Ежегодно горожане в летний период сталкиваются с проблемой доступности пляжей. Речь идет о посещении территории санаториев курорта. Не исключение здесь и жители микрорайона Бытха. Ближайшими пляжами, которые сочинцы используют для отдыха, являются в том числе территории с таких здравниц, как Правда, Ворошилова, Металлург и Эдем. Попасть на некоторые, говорят люди, возможности не будет. До 2015 года нам выдавали пропуска на пляж, санаторий. Вот санаторий Металлург, санаторий Ворошилова. С 2015 года нам не стали выдавать пропуска. Все пляжные территории, принадлежащие муниципалитету и находящиеся в аренде у здравниц, а это в частности пляжи санатория Металлург и пансионат Эдем, будут доступны для горожан, подчеркивает глава курорта. И пропуска здесь не потребуется. А вот ведомственные здравницы, говорит Анатолий Пахомов, имеют право, согласно федеральному закону, на так называемый режим закрытой территории, включая пляж. К тому же они могут устанавливать и свои правила посещения. Люди все имеют право прибыть на любой пляж, на любой, кроме закрытых, о которых я говорил. Все понятно. На любой. И единственное, платить они могут, если они вдруг начнут пользоваться либо шезлонгом, либо зонтиком. Но если человек пришел со своим полотенцем и решил на пляже полежать, то это ваше право. Обеспечить доступность пляжей для горожан, причем по всей территории Сочи, задача отраслевых управлений. Причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Рената Шипулина, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.